Мозырские исследователи проводят активную профориентационную работу. На день открытых дверей в районный отдел пригласили учащихся областного лицея. Спикером выступил старший следователь Мозырского РОСК майор юстиции Николай Тарун. Лицеисты, многие из которых планируют связать жизнь с юриспруденцией, услышали о резонансных преступлениях, увидели технические предметы и средства, которые используются при следственных действиях, поучаствовали в практическом уроке. Такие мероприятия следователи проводят с учащимися 10-11 классов разных школ города. Они помогают определиться с будущей профессией.